Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я Дезертир, и я надеюсь вам понравятся следующие новости, которые я вам поведаю на этот раз. Что нас ждет по поводу стримов? Ну, как всегда, нечто интересное в плане БЛ, моей озвучки и ваших странных комментариев по этому поводу. Надеюсь, кстати, услышу внизу и под этим видео тоже интересные комментарии на эту тему. Ну а пока продолжаем. Помимо всего прочего, естественно, будет StarCraft торговый ряд, как всегда в выходные, как всегда в 2 часа. Но что я хочу сказать, вы сейчас подумали, что вы ослышались, ведь я говорил, что будет Warcraft. И да, Warcraft тоже будет. И вы не ослышались и в первый раз, StarCraft тоже будет. В любом случае, я решил постримить сразу две игры и каждый уделить где-то часа по два, потому что, ну, больше, к сожалению, не могу. Уделил бы по три, но, к сожалению, время мало. В любом случае будет и StarCraft, и Warcraft, и надеюсь, вам это понравится. И эти два стрима будут запускаться отдельно, так что они будут не совместные, а конкретно каждый в свое время. То есть, допустим, один начнется в 2 часа, другой начнется в 4 часа. Вот такие вот дела. Что же по поводу стримов на следующую неделю? Итак, нам доступны следующие игры. Escapist, Agar.io, Castle Crashers, Planet Triangulation, Serious Sam, Space Engineers, Warhammer 40,000 Dawn of War Soulstorm, Warhammer 40,000 Dawn of War 2 Retribution, Spore, Dark Souls, 60 секунд. Надеюсь, вы проголосуете правильно, то есть за ту игру, которая вам нравится. В любом случае победит какая-то одна, и в следующую субботу мы в нее сыграем. Ну а пока предлагаю вам просто проголосовать за эти замечательные игры. С вами же был, как всегда, я Дезертир. Надеюсь, вам понравились эти замечательные новости. Жду от вас замечательнейших комментариев под этим видео. В любом случае, главное, чтобы вы их писали. Главное, чтобы вы сообщали, что вы хотите видеть на моем канале, что не хотите. И я буду это как минимум знать, как максимум на это все и отвечать еще сразу же. Ну а вам я хочу пожелать удачи, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите услышать новых таких видео интересных, то пишите в комментариях об этом. В любом случае, пока-пока.